Привет, друзья! Мы сегодня с Мишей приехали по грибочке, посмотреть места наших белых грибов, ну и пробежаться по большому лесу, посмотреть, что там интересного. Пойдемте с нами погуляем. Пойдем, Мишань? Пошли! Пойдемте, друзья! Ребята, здесь наши любимые елочки, и мы не могли не заглянуть сюда. И смотрите, какие здесь красавцы! Мишаня нашел! Смотрите, вот он ждет первый. Красивый. Вытаскивай, Миша. Белый. Во какой, вот этот пяткопол. Да. Смотрите, ребята, какой беленький. Ага, красавец. Так. Пойдемте еще одного. Еще где-то он тут не один нашел. Ага, смотрите, какой большой. Во. Ну, этот уже видно плохой. Плохой, да? Ага, во. Мягкий? Ну, да. Ну, да, он такой немножко. Ладно, где еще есть? А вот еще интересный. Вот еще один, вот этот. Мы такие находили в том или позатом году тоже таким цветом. Ага, такие беленькие. Да, они здесь растут в соснах. Красота. Вот они. Это хороший. Они здесь растут в соснах, в елках. И становятся вот такие вот интересные. Поджаритые на солнышке. Смотрите, какой интересный. Больше не находил пока? Пока нет. А сейчас здесь все обходим, обсмотрим. Внимательно смотри здесь. Здесь должны быть еще. А здесь еще один красавчик. Смотрите, это ты уже я нашел. Смотрите, о, хороший, это хороший. Хороший, ребята. Вот он. Смотрите, какой чистейший. О, Миша, еще в травке здесь. Видишь, прям в травке. Посмотрим. А вот еще один, смотрите, какой, Мишань. Ага, ой, красавчик. Миша нашел. Красавчик. Вытаскивай. Ух ты, крепко. Какой крепкий. Тихонько, тихонько. Ух ты, я помогу тебе. Красота. Ребят, смотрите, какой хороший. Прям настоящий. Великолепно. Такой. Вообще. Этот класс. Вообще великолепный. Вот еще один, смотрите, какой интересный. Тоже такой поджаритый на солнце. Прям вообще, о какой. Смотрите, какой интересный. Прям поджаренный. Красавчик, надо же. Вот это красавчик. Давайте-ка проверим его. Правда, некоторые чуть-чуть червивенькие. Нет, вот этот чистый, смотрите. Какая-то точечка есть, но это ерунда. Переберем, нет, так высушим. А так нормально. Пойдемте еще вот в этих елках глянем. Здесь тоже елки классные. Здесь, я помню, они были. Ну, здесь надо посмотреть, пройтись сейчас посмотреть. Повнимательнее. Сейчас, Мишань, вот он еще один растет. Смотрите, какой, друзья. Ну, как такого мимо пройти? Вот он, в елочках. Вот он. Е, как сидит-то крепко. Вот это да. Вот это сидит крепко. Красавчик. Давайте тоже чуть-чуть подрежу его. Оп. Вот такой вот. Чуть-чуть есть маленькая червячка, но это ерунда. Это ерунда. Главное, что червяков в самом там не было много прям уж. А так они бывают такие червивые. Вот еще один лезет совсем молоденький. Посмотрите. Вот такой вот прямо. Молоденький лезет. Бочоночек. Только лезет. Вот такой вот. Нормалек. А здесь засыпем. А это вот так вот. Мишаня меня все зовет. А здесь попадаются. Сейчас к нему подойдем, посмотрим, что там у Миши. Так, я еще помню, здесь вот место одно было. Здесь тоже были такие красивые. Смотрите, какие елки вообще могучие. Вот еще один, пожалуйста. Смотрите, прячется. Сразу не увидишь его. Как пирожки здесь. Оп, такой поджаристый. Вот он, очередной пирожочек. Вот такой вот. У червивенький. Побольше срежу. Блин, червивый пирожок. Еще больше срежу. С этим мне не повезло. Смотрите, какой червивый. Сильно. Это сильно уже. Давайте разрежу еще вот так. Посмотрим для интереса. Но это сильно, ребята. Такой уже не пойдет. А вон там еще прячется, смотрите. Прямо в ветках. В ветках прям прячется. Два даже. Смотрите. Вот они, посмотрите, они здесь. Миша там ушел от меня. Может, в принципе, там тоже нашел что. Сейчас посмотрим, сколько к нему. Вот они стоят. Ну, эти вроде нормальные. Давайте быстренько проверим. Опа. Эти нормальные. Чуть-чуть совсем. Это пойдет. И это чуть-чуть. Это нормально. А тебя бросим. Где-то я. Вот здесь вот. Так, видите, тут надо внимательно. Вот еще рядом стоит. Смотри, какой большой. Ну, наверное, уже перерос. Давай, это уже перерос. Даже не буду смотреть. Чувствую, мягкий вообще. Так, ладненько.
Поглядим еще эту полянку. Так вот, и не знаю, что они здесь есть. Вот, пожалуйста, стоит, смотрите. Ну, это уже огромеденный, походу, плохой. Просто покажу вам и все. Он уже плохой. Смотрите. Это уже не гриб. Ладно. Так. Вот он, смотрите, пожалуйста, еще один. Такой, даже двойной какой-то, смотрите. Поджаристый тоже. Тоже поджаренный. Ой. Вот такой вот интересный. Ну, возможно, будет плохой. Да, плохой. Этот надо сильно подрезать. Ну, вот это, наверное, заберу. Хотя, наверное, не буду, друзья. Сильно, сильно червивый. Ладно, так оставим. Оставим. Пойдемте еще посмотрим здесь. Очень сильно он червивый. Здесь тоже полянка интересная. Миша ко мне пришел и тоже нашел. Ага, беленький. Тоже такой молоденький. Давай, вытаскивай. Видишь, большие червивые, маленькие еще более-менее. Ага. Вот. Так вот это подрежем. Хотя бывают и маленькие червивые. Чуть-чуть червивые, но это побольше отрежем. Ничего страшного. Вот это нормально, на сушку пойдет. А вот это ты видел, Миш, смотри. Где? Этот нет, этот он какой-то половиночка какая-то. Я чувствую, он плохой, мягенький. Так что они уже маленькие грибы. Я такой не видел. Не видел? Вот здесь походи еще и пойдем в другое место. А вот еще один поджаристый такой. А, такой красивый. Угу. Видишь, как они на солнышке, мне нравятся, они такие поджаренные. Вот это вот вроде бы ничего смотрится. Но подрезать надо. Что, тоже нашел? Сказать... О, хороший. Хотел сказать, тоже нашел, а это мухомор. Мухомор, я его видел. Мухоморчик, я его видел. А вот я здесь ходил, не видел этот белый. Сейчас прошелся, да, увидел. Прикидываешь, как интересно. Ага. Какой раз хожу здесь и находим. А это да, мухоморчик, я его видел здесь, Миша. Я уже ушел, а Миша меня зовет. Пап, нашел? Нашел. Ну, покажи. Я здесь ходил, не видел. Ну, это для тебя, вот, друзья. Смотрите, какой. Сейчас покажу вам. Папчик, тоже поджаристый. Поджаристый вообще. Угу. Вот крепкий. Вот. Вот это белый. Красивый. Смотрите, какой поджаристый. Ага. Прикольный. Мне вот такие нравятся, кстати. Так-то крепкий. Ну, возможно, будет немножко. Сейчас переберем, посмотрим. Да. А так прикольный. Находишь все, видишь? Перебрались с Мишей в такой могучий лес. И здесь Мишань прямо нашел. Беленький. Прямо при заходе только зашли. Беленький, самый настоящий. Беленький, да, самый настоящий. По-моему, хорошенький. Мне тоже так кажется. Я побольше отрежу. Хороший. Чистый, вот такой чуть-чуть вот эту я отрежу. Страшного. Во, а там даже чисто, смотрите. Ага, чистый. Хорошенький. Сейчас походим по дремучему лесу, побродим туда. Где парень? Давай здесь пройдем сначала. Угу. Посмотрим, что нас здесь ждет. Может быть, здесь больше грибков. Ну, пока порадовал нас первым беленьким. Фу, комар. Ну, я вижу какой-то гриб, Миш. Да? То, что ли, белый? Смотри, под елочкой. Да, белый, но он такой, не такой красавец, конечно, как там. Ну, вот какой. Ну, да, тоже. Белый же. Смотри, какой корень у него. Ай, комар, да что ты... Чистый даже. Главное, чистяк, во, ребята. Угу, прямо здесь. Класс. Ты белый, я белый, прикинь. Внимательно смотрим, Миш, елочка надо посмотреть. Вот большая елочка. Ну все, посматривать. Что там? Понял. Так, березнячок. Мы, наверное, маленько вглубь уйдем. Дальше. Пойдем, Миш, там елки посмотрим, красивые. Ребят, смотрите, прям как под сосенкой стоит красавец. Ага, такой красивый. Вообще. Такой не встречал еще, по-моему. Посмотрите. Вот, ну он стоит, надо же такое чудо. Вытаскивай, Миш. Ну давай. Вот он. Красивый, вот какой. Красивый. Какой мощный беляк. Как такой же, как там, смотри, таким же корешком. Ага. Ух, отрежу вот так. Смотрите, друзья, чистый. Чистый. Класс, а это уже почистим дома. Вот, вот эти еще уберем. Иголочки. Красавчик, не ожидал. Чего даже не зашли. Говорю, давайте свернем сюда, и как будто знал. А Миша под березовичек. Хороший кот. Под березой кот находим уже, наверное, пятый, и он не очень. Он вот. Да, они червивые. Ага, под березой они все червивые. Смотри внимательно под елочки, под всякие сосеночки. В таком цвету. Гляди, попадутся белые. Надо здесь внимательно обойти. Смотри, Мир, здесь не торопись лучше. Иногда надо даже присесть вот так, чтобы увидеть какой-то гриб. Благородный.
Ну а здесь смотрите, какой подосиновичек стоит. Тоже небольшой. Вот такой вот. А видно, что хороший. Видишь, да? Смотри, какой. О, а Миша волнушечек. Волнушек, в принципе, можно уже не брать. Мы их понабрали много. Ну, взял, ладно, забирай. Ну да. Их много уже набрали. Так, где-то я здесь еще видел, Миш. Вон еще. Ну, это большой. Вон он подосиновик. Ну, это я, наверное, даже рвать не буду. Большоватые они уже. Видишь, ну, Миш? Да. А здесь на подъелочку походить, посмотреть внимательно. Походи, пока глянь, пока я подрежу. Здесь могут быть беленькие. А вот он беленький стоит. Ну, это тоже такой сорт, не так-то красавцев, как хотелось бы. Но белый. Так, ну давайте подрежу побольше. Немножко серединки, что ли. Не, дальше нормальный. Заберем. А, по-моему, еще Миша нашел, да, Миш? Вот тут на том вот подберем. Это береза, Миша, тоже проходил. Ага. А тут беленький. Беленький, хорошенький? Ну, на вид. На вид, да. Ну-ка посмотрим, давай. Какой. Ну, крепкий. Ну, вот, значит, должен быть хороший. Ух, корень какой. Ага, ух ты, какой корень. Прячется, да? Ага. Вот так вот. Чисто, да. Угу. Хороший, смотри, Миш. Чистый, ага. Чистый, белый. О, пожалуйста. Смотри, насколько уже белых накопилось. Я тебе говорю, Миш. Подосиночек молоденький. О, какой молоденький, прямо рядышком стоит. Красота. Так сделал подосиночек, молодец. Мне. Ага, красота. А этот вообще такой, это точно чистый. Да это понятненько, чистый. Вот так вот подрежем. О, какой. Подосиновичек. Красота. Так, смотри внимательно, я тебе говорю. Белый нашел, два. О. Белый. Ну вот ты а я вон что-то вижу, но это, по-моему, не белый. А, смотри, я, видишь, как знал, красавцы. Тебе говорю. Давай, ага, помогу. Один может срывать, пап. Спасибо. Ага. Вот тоже чистый, смотри, смотрите, какой, ребят, красивый. Какие. И вот, о, второй, сразу два. Угу. Чистейших, даже не ожидали. О, так, тихонько. Бац, бац. Оба чистые. Смотри. Красота. Держи пять. Давай. Это молодец. Точно. Смотри здесь еще внимательно. А я, Миша, говорю, да, куди смотри внимательно. Говорю, такое место. Ну так, как будто бы чувствую, что они здесь будут. И они здесь есть. Это точно заслуживает лайка. Лайкосика, да. Такие, такие заслуживают. Давайте когда еще здесь посмотрим рядышком. Может, еще где прячутся. Вон, смотри, какой подосиновик стоит, ага. Миш. Он такой хороший, как ты их называешь, редкий. Ага. Смотрите, какой. Такой мандариновый, что ли, не знаю, ага, апельсиновый. Ох, какой. Подрежем и уберем. Куда побольше, мне тут не надо, не нравится. А подосиновик нормальный. Ага. Так. Кстати, хотел на обратной дороге пройтись, это место. Они не дают нам внутрь зайти, в самый углубь леса. Вот здесь под елочкой стоит такой подосиновичек, смотрите. Вон какой. Ух, ножка-то какая у него толстая. Во какой. Подрежем и уберем красавца. Подрежем. Да, Мишенька? Ну да. И уберем. Пойдемте. А так под елочкой. Стоит себе. Тут, Миш, тоже белые могут быть. Посмотрите, какой лес, друзья. Вот туда, если идти прямо вот так, ну, в этот район везде, что то туда, что сюда. Иду. Иду, Миша. Я тебе говорю, здесь должны быть грибы. Вижу, вижу, Миша. Смотрите, ребята. Какой. Красота. Давай. Давай посмотрим. Давай. Я так тихонько возьму его. Вот так вот. Молоденький. Молоденький. Вон какой. Чистейший. Чистейший. Вот я говорю, здесь будут, они будут. Ага. Там не торопясь, идти, так прогуливаться. О, еще кто-то тут стоит. Ну, это под березочек. Под березочек, да, это под березочек. Но мне кажется, он не очень. Глянешь. Ну, а что крепкое, кстати? Посмотри, я вот там, по-моему, вижу что-то под деревом. По-моему, белый. Да? Да, далека заметил. Ребят, далека заметил. Смотрите, стоит. Стоит себе. И, возможно, здесь не один. Вот он. Смотрите, стоит себе. Вот он. Смотри, Миш, какой. Ага, красивый. Так. Подрезал тот? Нет, это, Миш, плохой, я вижу. И пойдем туда дальше посмотрим. По-моему, я там еще что-то вижу. Ага. Он, по-моему, перерос. Ну, главное не торопиться, не бежать, а идти смотреть внимательно. Друзья, вы многие меня спрашиваете, куда пропала бабушка, где Татьяна. Я вам все говорил, что бабушка болеет. А дело в том, что, ну, вы знаете, сейчас коронавирус ходит. И вот она переболела коронавирусом. Вот этой болезнью дурацкой. Переболела сильно, переболела. Как бы все нормально, выписали, уже прошло после этого, сколько прошло-то уже, как выписали, месяц, наверное, прошло.
Но она уже два раза лежала в больнице. И после этого очень тяжело, температура до сих пор держится. Это, считаю, уже 3 месяца, наверное, прошло общей сложности, или почти что-то около этого, как она болеет. Очень сложная болезнь такая, особенно в таком возрасте. И поэтому пока она не может, даже из дома не выходит. Поэтому я вам говорю, очень тяжело. Такие вот дела, друзья. Поэтому пока мы с Мишаней вдвоем. Ну, а жена Татьяна, она не идет, потому что куда ей идти, она больше как бабушке помогает, туда-сюда. Ну, а Макс у нас не грибник, просто не грибник и не рыбак. Это мы так с Мишей. Грибники. Да, давайте обельники. Миша, кстати, смотрите, у меня тут развалился, клещей кормит. Ну, сейчас вроде как и нету. Ну, показывай, где твой беленький. Красавчик, вот это красивый. Давай, вытаскивай, вижу это красавчик. Суперский. Вижу. Молоденький. О, какой. Я тут лежал, отдыхал. Отдыхал, лежал? Угу. А тебя проверить, обтряхнуть. Сейчас посмотрим, здесь походим еще. Ну, друзья, кому интересно про этот болезнь коронавирус, как все происходило, как кто из наших болел, не болел, я сделаю отдельное видео и все вам расскажу. Ну, надеюсь, бабушке все будет дальше, все хорошо. И все будет нормально, и мы выздоровеем. Миш, смотри, какой стоит. Что? Смотри, ребят, какой стоит. Этот еще не убрал грибок, а тут подосиночек стоит. Молоденький. Красота. Поэтому, да, ребят, я вам скажу, болезнь это не шуточная. Не думайте, что это шутка, нет болезни, это есть все это, друзья, есть. Так что, а вам интересно, пишите. Расскажу, как было все, как происходило все. Это уже отдельное видео будет, отдельная тема. Но сейчас мы, друзья, и продолжаем искать вот таких вот красавцев. Пойдем сейчас в глушь сходим, здесь походим, везде походим. А здесь вот немножко прошлись, еще один. И я еще нашел. Молоденький, беленький. Я еще нашел. Иду к тебе, иду. Волнушечки, вот, ну, волнушечки сегодня мы не берем. Вытаскиваем Мишань. Красота. Какой-то интересный цвет такой у него. Ну да, ну такой же, как у тебя, да? Да, на солнышке здесь поспевают. Лучше такие вот сейчас рвать. Вот сейчас пока такая засуха немножко. Мне кажется, лучше такие рвать. Здесь перерыли когда-то кабаны, и видишь, рыли. Все перерыто. Мы сейчас здесь прямо, кстати, глуши леса. Посмотрите, везде лес. Нам главное здесь не заходиться, а то заходимся, что потом не выйдем. Пока еще ориентир держим. Вот там мухоморище большое. Так. А вот здесь, посмотрите, какие стоят. Подберезовик и, по-моему, белый. Ага. Смотри, а это точно белый. Ну давай, вытаскивай. Смотрите, под елочки прямо такие красота стоят. Красота. Ох, Миха, двумя рук. Давай подними фотку. Под березок и белым. Ну давай, волосы оттуда тебе не щелкну. Ну давай. Прямо вот так в зарослях. Давай в зарослях. Чпок. Есть фотка. Вот. Смотрите, ребят, какие. Ох ты. Березок и беленький такой интересный. Нормальненько так. Нормально. Миша, будешь конфетку? Ну давай. Так, где там у меня? О, тебе какую? Красненькую, желтенькую? Ну, а мне желтенькая, наверное, это какая? Ананасовая, по-моему. Хотя давай мне ананасовая, тебе эту. Ну, давай, а мне тогда вишенка. Я его вишенку больше люблю, чем ананасы. А мне ананасик нравится. Понял, пойдем. И будем идти хорошо бродить по свету. Да, Миш, помнишь такая песенка? Ага. С карамелькой за щекой. А еще одну для друга, как там песня поется, не помнишь? О, под березовички стоят, смотрите, вот березовичек. Прикольная конфетка. Прикольная? Твой любимый ананас. Ага. Так, куда идти нам с тобой? Пойдем туда. Посмотрите, какой здесь муравейник, просто огромный. Вот это муравьи здесь постарались. Вы гляньте на них. Их здесь миллиард, наверное. Или, наверное, не один. Вот это муравейник. Миха, встань-ка рядышком с муравейничком. Давай. Смотрите, ребята. Они с полроста моего. Больше, почти с твой рост. Метр-то точно есть, высота. Такой, офигеть. Ну, да. Пойдем, ладненько, дальше. Офигеть. Друзья, смотрите, какая змейка интересная. Что за змея такая, кто знает? Смотрите, у нее какой нос острый. Миша чуть не наступил на нее. Бежит ко мне. Да, Миша? Я на нее чуть не наступил. И она прям как-то на меня немножко шла такая, как будто бы хотел меня укусить. У меня зум плохо работает, приближаю, камера начинает прыгать. Смотри, какая она. Ну да, она какая-то, не знаю, что за змея, такая медянка, не медянка. Ну, похоже немного на медянку. Похоже на медянку, но медянку я видел, она прям была медная, а это не так сильно. Я стоял от нее, друзья, в метре, пытаюсь приблизить еще камеру. Интересно, что это за змея-то? Смотри, это какая. Это не уж. Да? Попробую приблизить. Эх, плохо получается. Да, смотрите, друзья, кто знает, напишите. Я так думаю, что это медянка какая-то или разновидность.
Вот мы уже вторую встречаем с Мишей такую. Помнишь, вторая? Ну, ты обежала быстро-быстро от нас, убегала. А это не убегает, это прямо здесь лежит. Вот, смотрите. Я на место ставлю камеру, вот я от нее. Вот моя нога, вот такая змея. Какая-то коротенькая, да? Толстенькая. Я еще прямо на нее что-то не наступил. Я с ней убегала. Коротенькая, толстенькая какая-то. Что за змеенка такая? Ну, я думаю, не ядовитая. У нас обычно кадюки ядовитые, но это какая-то короткая, она какая-то стрёмная, да? Ага. Как-то мы не очень к змеям, конечно, относимся с Мишей. Но я так думаю, что не все их хорошо одабривают. Ну, ладно, пойдемте, не будем ей мешать, этой змейке. Пойдем, Мишань? Пошли. Так что внимательно смотри, вот так вот идешь, смотри. Вот я помню рядом. И она не убежала бы, а нет, маленькая начинает убегать. Убегает чуть-чуть, вот она. Язычок показывает свой, видал? Ага. Двигается. Язычок свой. Вон он. Ага. Вон он. Ну, потихоньку показывает себя, но не сильно так уж показывает. Ну, это змеянка какая-нибудь. Да, наверное, скорее всего. Может, такой разновидность такая. Ну, какая-то она интересная. Толстенькая, коротенькая. Ладно, друзья, пойдемте дальше. А на землю мне смотри внимательней. Угу. Мы еще в кроссовках ходим. Конечно, так нельзя, на сапогах ходить. Ну, в сапогах очень жарко. Посмотрите, какие подосиновики. Здесь такой большой, но, наверное, уже... И у Миши там. Ну, вот эти так точно классные. Посмотрите. О, какие. Ох, два. Да корни какие у них. Это я вырвал. Смотри, Миш. Ага. А я сейчас потрогаю. Наверное, он уже перерос. Хотя ножка крепкая. Блин, давайте сорвем. Блин, смотрите, какой он. Не, ну он тут переросший. Переросший. Нет, такой нам не надо. Крепкие. У тебя крепкие? Ага. Ой, Миша, какие два стоят. Смотри. Какой красивый. Ну, такой нормальный. Это хороший. Мощный. А это вытаскивай. Давай. Тоже мощный. Ну, а и ножки мощные, а вот шляпки вроде нормальные. Ну, вот такие, смотрите, какие прикольные. Подожди, ну, чё? Не подберёт, ага. Ну, чё? Нет. Видите, как попадаются. Нет, полянками такими. О, я нашел. Показывай, Миха, что у тебя тут за беленький. Белый. Вытаскивай. Хорошенький? Ну, мне кажется, уже весь такой плохой. Ну, плохой. Я вижу, что это хороший. Вот сейчас смотри. Мне кажется, мягкий. Сегодня такие, я тебе побольше срежу. А они такие. Хотя чистый. Нормальный. Это просто такой немножко другой сорт, такой, ага. Разновидность такая. Мне просто так показалось, да. Что мягкий мне казался. Пойдем еще покажу тебе здесь. Ничего вот. Нет. Вот здесь вот я иду, просто смотрю такой. Смотри, какая. Ну, он, наверное, плохой, но просто интересно растет. Смотри. Ну, да. Кусок такой травы приподнятый. А здесь вот, смотрите, какой белый был. Ну, он уже весь сгнил, ага. Да. Вот где-то надо посмотреть в этом месте. Ага, попался мне тут. О, еще здесь. Где? Ага. А, о, я и не видел. Это чистый, я вытаскивай. Ух ты, это чистый, папа, потрогай какой. О, да они вот эти чистенькие, я заметил. Ага. Ну, которые помоложе, они все чистые. Вот этот сорта почему-то чище. Ну да. Вот, смотрите. Так, и там, по-моему, еще какой-то грибок, но мне кажется, не белый. Где? А вот за тебя вот он, это березы, что ли? Ага. Березы, по-моему. Ага, вот такой страшненький. В этом районе надо смотреть. Здесь, раз они попадали, значит, здесь надо внимательно все посмотреть. Ну, да. Согласен? А вот, друзья, видите, здесь вот такая дорога заброшенная, прямо в лесу. Вот она идет. Я тут с одним грибником разговаривал. Он говорит, в этом году, говорит, все белые находил в основном на старых заброшенных дорогах. Говорит, идешь, говорит, целые, говорит, сумки набирал. И вот, кстати, мы вышли с Мишей на такую дорогу. Тут я еще один вижу. Да, и Миша сразу... А, и вот еще рядышком у тебя белый. Ага. Ну, давай. Ну, это, возможно, сыроежка. Ага, это сыроежка. А что ты испугался? Сыроежка. Ну, да. Вот белый. Ну, походу, он старенький. Мы его брать, наверное, не будем. Вон, видно, что он розовый. Ну, да. Его брать не будем. Но вот факт то, что дорога вот есть. Если по ней... Да, я думаю, по ней будет. Вот я уже так вижу. Всякие грибочки есть. Ага. Березовики тут. Ну, это совсем уже старая дорога. Совсем уже, видать, 100 лет ей. А не такую старую дорогу, которая чуть помоложе. И вот на ней, возможно, будут. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас проверим этот метод. Потому что у меня тут тоже дорога одна есть. И тоже ее хочется проверить. А вот, ребята, что и требовалось доказать. Дорога, вот мы идем по ней, и вот прямо с краю стоит. Вытаскивай, Мишань. О, спасибо. Тебе даю такое добро. Ух ты, какой крепкий, какой классный. О, смотрите, ребят, какой чистый, красавец. Вы такие хорошие, мне нравятся такие. Ага. Ты что, все, уже с ног падаешься? Ну, нет. Подустал? А немножко, да. Ну, немножко, понятно. Сейчас по этой дороге пройдемся, вон мухоморы сразу же видно. А вот шли по простому лесу. Ну, поганки есть, а грибов никаких не было. Ну, пожалуйста, беленький. Какой красавчик-то главный. Ага. И давай-ка его уберем.
Ну и вот чуть-чуть правее дороги Миша кричит, тоже нашел. Много? Много. Кстати, мы место это еще с тобой не обшарили. Здесь тоже елки, березы. Где-то тут кто кое-кто? Тут где-то один. Вот я один вижу. Вот здесь. Вижу. Можешь вытащить его? Вот этот, наверное. Да. Смотрите, ребят, Мишка откопал. Ну давай их ложить по коряжке с ведеркой. Вот первый раз. Вот, смотри, Миша заглянул в сторонку от дороги. Вот, Аски, сколько здесь много, вот, действительно. Смотри, это даже треска лица. Их надо будет приехать. Ага. Вот, Аски, а вот это вот еще, ладно? Конечно, вот Аски. Ой, пулица, иголки. Красота. Блин, я не могу вытащить его даже. Ух ты. А у меня вот, смотри, какой Аска трескался. И у меня какой. Такой. Вот это напали. Вот не напали, а ты меня раздыбал. Так, куда положить? Вот так положу пока. Только лезут, ребята. Правильно, этот я еще говорил, пап. Так, тут надо внимательно. Красавец. Какие, Миша, смотри, какие красавцы белые. Во, какие. Вот и это ты нашел. Молоденький. Молоденький, можешь не трогай, потом приедем. Ну да, это давай. Место, мы теперь знаем, где это место. И его никто не найдет, потому что мы его и сами еле туда добрались. Ага. Вот это да. Ну вытаскивай тот, давай. А я вот эти два. Вот эти, наверное, все-таки я вытащу. Какой-то я тоже решил вытащить. Забирай. Такой молоденький. Вот, знаешь, смотрите, какие, ребята. Вот этот беленьких. Ух ты, а вот, еще у меня тоже. Какой. Фу, какой выкопал, Миша. Вот это да. Так. Красота. Видишь, какая полянка? Ты напал на нее. Молодец. Целые поляны. Да, давай-ка здесь еще посмотрим на эти полянки. Сколько ты сразу их нашел-то? Угу. А вот здесь что это такое? То ли гнивший, то ли срезанный. Да, я срезанный. А я такой говорю, мы здесь одни. Нет, ребята. А вот, смотри, рядом стоит. Видел? Ага, вот это красивый. Это красивый. Мы здесь не одни, ребята. Смотрите, какой. Ой, какой. Вот это красавец, Миш, смотри. Красота. Держись. Вот с этим надо на свету фоткать. Давай вот так вот тебе. Вот она фоточка. Молодцы, молодцы. Красота. Ну, мне так. Очень сильно нравится. Ну, корешок здесь все-таки срезанный был. Ну да. Теперь мы с тобой еще одно место раздыбали белых. Ага. Вот такую полянку с краю старой дороги. Ну, вернее, не мы, а Миша раздыбал. Я бы не раздыбал. Ладненько, смотри внимательно еще, Миша, здесь. Может, еще увидим. Видишь, знать бы не знали. Ну, мухоморчик. Это елочка, вот это могучая. Такая мощь в ней, ребята, вообще. Там чувствуется, посмотрите вверх. Смотрите, какая елка. Вот это мощь. О, красавица. А березы какие. Тоже мощнейший свет. Издалека вот я в камеру смотрю, кажется, так себе, а там такая мощь. Не нашел больше, Миша? Ладно, посмотрим. Миша уселся, уже не может. От такого нашествия белых. Смотрите, ребята. Красота. Белый. Это я заметил сдалека. Подошли а сюда. Сначала я этот не видел. Да. Сел вот на дерево вот это вот. И как увидел этот белый. Вообще. И здесь рядом еще белый. И вон там еще белый. Сейчас пойдемте, ребят, смотрите. Главное, увидеть только один. Миш, давай ты тот срывай. Давай. Вот это, наверное, переросший. Вот это, наверное, переросший, который нас позвал к этим белым, да, розовым. А этот красивый, а этот? Молодой, молодой. А это вот какой, смотри. Молоденький. Держи, Миш, пока в руках держи, пойдем тоже к тем. Красивый, посмотри. Давайте вот прикопаем чуть-чуть, вот так вот. А это поставим вот так. Это вот уже прямо розовый, перезрел. Ну, молодец, он нас позвал к этим белым. Ага. Вот к этим. Тут вот к этому. Был. Смотри, ребят, как красиво. Да, кто-то тоже был, смотрите. Зато вот белый. А подожди, я там, по-моему, еще кого-то вижу. Я тоже вижу белый, Миш. Как в сказке стоит. Сейчас подойдем к нему, Миш. Ага. Вот белый, смотрите. Вот, ну, маленький этот чуть-чуть желтенький. Ну, пока мы здесь сюда положим. Ну, да. Потом перебираем, вот, смотрите, берем самые чистые. Уже почти ведро. Угу. Это, наверное, тоже будет червивый. Да, скорее всего. Ну, глянем. Да. Глянем. Что, срывай, пап? Какой? Вот это. Срывай, срывай, Мишань. Красавец. Глянь, вот это... Этот должен быть чистым быть. Он должен быть чистым. Пойдем еще пройдемся здесь, ребята. Смотри, такой в лесу, вот такая вот опушка как будто, вытоптанная такая. И они такие столбики стоят. Вот красиво. Вот это точно красивый, да? Вот точно замечательный. Вытаскивай, Мишань. Давай, спасибо. Вытаскивай. Ух ты, какой молодой. Хорош, хорош. Почистим. Ага, мы сейчас подрежем его. Ну да, красота. Хорош, держи. Ну интересно такой, да, шляпка такая? Не зря сюда зашли. Держи пока. Не зря. Надо эту полянку все обходить сейчас. Ладно, давай подрежем их. Потом здесь еще обходим. Здесь такие интересные завалы.
Все вообще дремучий такой лес. И чисто, и тем не менее. Еще нашел. Я вон там, по-моему, тоже что-то вижу. Ну, сейчас туда сходим. А ты где нашел? Я вот не вижу. Молоденький, вот. А, молоденький совсем. Вот. О, теперь, ребят, на новое место. Ага, конечно. Я думаю, нормальный. Что его оставлять? Ну да, такой. А то он не зачервивает. Совсем молоденький, да, такой. Хороший. Нормальный. Молодец. Пойдем пока к нашему ведру, а то мы уже потеряли его. Вышли с Мишей на такую заброшенную дорогу. Здесь вообще такая дорога, древняя-древняя. Я, кстати, дорогу эту помню лет, наверное, 20 назад. Мы здесь на велосипедах ездили в одно место. А сейчас тут вообще не пробраться. Тут ехать далеко туда. И смотрите, какого набрали, говорю. Нашли, Миша говорит, смотрите, папа, масленок какой. Ага. Вы такой масленок когда-нибудь видели? С такой ножкой. Сейчас вытащу, покажу, смотрите. Вот это масленок. Походу он чистый. Походу, да. Вот это масленок. Вот это ножка у него. Какие-то у него, видать, тут и сырость здесь, мох. Природные условия, видать, для него в рост в самый раз. Вот это да, глушь такая здесь вообще, да, Миш? Угу. Вот, забрели мы с тобой куда, да? Ну да. Ты как, нормально, не устал? Мне нравится. Не устал? Нет. Ты меня сегодня розовый маленький смотрю. Подустал, наверное, уже. Не признается, что устал, да? Да не, я не устал. Ну, держи свой. Трофей. Масленок. Трофей. А. Чуть-чуть от дороги отошли с Мишей. Тут Мишаня вон какой нашел. Вытаскивай, Миш. По-моему, белый. Вроде да. Ух ты, какой крепкий-то. О, чуть-чуть прямо рядышком с дорогой. Я вам прямо только... Ух ты, а, какая присып-то. У него. Во, видите, какая ножка у него пряталась. А так вроде казался маленький. Ну да. Как мы только заметили с тобой здесь, да? Такой прям с дороги. Стоит в таких зарослях. Кстати, надо посмотреть здесь. А возможно, сейчас вот начнешь искать здесь. И ни одного не найдешь больше. Вот так вот возможно. Там вообще глушь прям полная, непролазная. Смотрите. Будем заканчивать наш сегодняшний с Мишей поход. Прогулялись, уже устали сегодня, набегались вообще сегодня по лесу. Ты как, не устал? Ну, немножко. Немножко. Ну, я так подустал, я вам скажу. Смотри, сколько нарвали. Считай, чуть-чуть без целого ведра, вот, одних белых. Считай, одни белые здесь. По-моему, у нас здесь... А, подосинок еще несколько штук. А так вот, считай, белые, белые. И все только чистые брали, мы перебирали. Плохих не брали. Так что вот такие красавцы сегодня. Нам повезло вообще шикарно сегодня. Ну да, мне понравилась наша сегодня прогулка. О, классно. По лесу-то. Вообще сказка. А так послушайте, какая тишина здесь. Тихо, мы здесь далеко от цивилизации. Нам еще, наверное, ну не знаю, километра, наверное, может чуть-чуть поменьше и дотопать туда до машины, а потом еще уезжать. Еще далеко. Поэтому здесь вот такая вот тишина сказочная, посмотрите. Ну ладно, друзья. Все, всем пока и до скорых встреч. Всем пока.